Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы начинаем проходить The Walking Dead Survival Instinct. Эта игра не от студии Telltale Games, которые разработали и выдали нам чудесный шедевр The Walking Dead. Это часть игры, создана другими разработчиками совершенно, причем очень быстро они ее создали. Конечно, неизвестно, когда они ее начали разрабатывать, но анонсировали ее только в конце прошлого года, и сейчас она уже вышла, мы можем в нее поиграть. Весьма странно, весьма быстро. И как вы видите, вверху у нас есть значок AMC, это значит, что игра сделана по сериалу, именно по сериалу. И здесь у нас будет сюжет как раз двух братьев, один из которых постоянно у нас в сериале, а второй тайным образом исчезает где-то в середине первого сезона. Мне действительно очень нравится этот сериал. Правда, я немного на втором сезоне подзавис, потому что появились разные дела, и так еще не досмотрел, до чего они сейчас доснимали. Но то, что видел, уже дает мне понятие, что это за человек у нас на экране и какой шикарный у него арбалет. Итак, давайте начинать. It had to be walking this way. You see it? Dixon, it comes at me. You watch where you shoot that thing, okay? Итак, начало у нас совершенно без каких-либо заставок, предисловий. Просто Диксон, быстренько эту тварь уничтожь, если она подойдет ко мне. Да, их кровь вот такая вот темненькая. И мы отправляемся куда? Не знаю куда, понятия не имею, что сказать. Знаю, что мы играем за Диксона. Индикатор цели. Красная стрелка указывает на текущее задание. Ваше текущее задание показывается в меню паузы. Отлично. Пригибаемся, прыгаем, нас обучают. Итак, нас продолжают обучать тому, что пригнувшись, нас практически не слышно. И, видимо, мы как раз подбираемся к убийству нашего первого зомби. Довольно, кстати, уютненькая такая атмосфера, очень сильно мне напоминает Call of Duty. Тоже такие замкнутые пространства, по которым мы должны идти. Совершенно видно, что игра будет очень-очень-очень коридорной. Не знаю, насколько эта игра оправдает ожидания после отличного квеста от Telltale Games. Так, мы видим оленя. И зачем? Что? Где? Кто? Сзади? Где-то сзади. Давайте. Где они там отстреливались? О, черт. Тихо. Стоять, я сказал. Стоять, вот так. Уж больно в режиме прицеливания. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Назад-то мы не можем прыгать! What in the hell, Dixon? Oh, Dixon, oh, no, man! Help me! Daryl, you okay? Dad? Oh, Dad, no! We could... Daryl, he's too busted up. Nothing can be done now except ease his suffering. Sorry, brother. Отличное начало, друзья.
Да, ну как вы видели, этого парня, который так и не решился нас убить, это один из братьев. И вот такое вот, начало их истории мы видим. The Walking Dead, Survival Instinct. Так, мы подбираем наше первое оружие. Ножик, нажмите левую кнопку мыши, чтобы взмахнуть оружием, удерживайте, чтобы нанести мощный удар. Холодное оружие позволяет уничтожать ходячих без лишнего шума. Восстанавливающие предметы. Сухие пайки и энергетики улучшают ваше состояние. Взяв в руки восстанавливающий предмет, нажмите левую кнопку мыши, чтобы использовать его. Ага, вот мы его взяли, ну и, естественно... Если мы захотим его использовать. Так, а как нам предмет это? Ага, это просто удар. Это такой удар, понятно. А как переключаться-то? Видимо... А, вот как переключаться. На двоечку у нас какой-то восстанавливающий предмет. На четверочку у нас fire. На пятерочку... хавка. Видимо, чтобы отвлечь их едой. Так, ну а на мышку мы выбираем наше оружие. Так, давайте отправляться. Вот такое вот начало. Кстати, вот опять же, это его брат. Они вместе охотятся на оленя. Их настоящие американцы. Daryl, come here. We gotta work up a plan. Have you ever seen anything like that? If you told me about it, I'd call you a liar. Listen, there's more of them coming. We gotta go. Yeah, the only thing we gotta do is kill every last one of them. Daryl, I know you're upset, but just listen. That sounds like a whole lot of them. We need to go now. Gather up as much as you can and meet me at the truck. Let's go then. Daryl, remember what we learned about them. Head trauma. Attack the brain. Remember, only thing we know that kills them. And be quiet sneaking out the back door. Don't let them see you. Я думаю, то, что вышибание мозгов это единственное, что их убивает, это уже знают все. Так, патроны для винтовки, сухие пайки мы взяли. Да зачем он в руки все время их берет? Отлично, все мы насобирали. Так, тут у нас что, еще сухой паек? Ага, молоток. Взяли мы молоточек. Ох, я чувствую, молоточком будут вышибаться мозги просто на отлично. Да, кстати, заметили, что предметы у нас не подсвечиваются, так что приходится нам вот так их искать. Так, что у нас еще? А, ну да, мы же вышли из этой комнаты. Ну и все, мы собрались, давайте выбираться. А, нужно выйти через заднюю дверь, что ли? Где здесь задняя дверь-то? Встретимся. А, вот она, ага. Так, и кажется, мы видим Зомбаревича. Впереди у нас засевшего. Я же... А, удерживайте среднюю кнопку мыши. Боже мой. Еще что-нибудь более неудобное не могли придумать. И нам нужно как-то здесь, в общем, потихоньку пробираться. Как-то потихонечку пробираться. Нам нужно туда. А, отлично, вот здесь мы... О, черт. Нажмите среднюю кнопку мыши, чтобы оттолкнуть. На тебе. На тебе. На тебе. И удар в голову. Отлично. Чё-то уж больно они жестко убиваются, слушайте. Так, да, я вижу ружье. Почему вы ружье дома у себя не держите? Что это за безумие? Вот так, сочное убийство. Ну, в принципе, неплохо пока что. Оружие дальнего боя. Огнестрельное оружие очень шумное и может привлечь к вам других ходячих. Да, действительно, так и есть. Подобрать бензин. Бензин необходим для езды на машине, без него ваше путешествие закончится. Хотя вы можете искать бензин на каждой остановке, вы можете послать выживших искать бензин. Да, у нас будут напарники. И они будут нам помогать искать всяческие ништячки. Их можно отправлять за ними. Так, у нас, я тут вижу, есть ходячий, которого мы сейчас тоже тихо подкрадемся и прикончим.
Отлично. Я еще все время хочу с них что-нибудь собрать. Какой-нибудь лут подобрать. Но да, здесь ничего подобного нету. Ходячих нужно убивать и быстро. Пока что нам везет. Они все время стоят к нам спиной. Что за машинка? Похоже на Ниву нашу. Но нет, это обычный какой-нибудь джип. Да, джипчик. Возможно, даже как раз и есть джип. Так. В смысле, марка джип. Так, мы можем, видимо, стеклянными бутылками отвлекать. Да, сигнальными факелами, стеклянными бутылками и тому подобное можно отвлекать ходячих. Взяв в руки отвлекающий предмет, нажмите левую кнопку мыши, чтобы метнуть его. Хорошо. У нас тут куча разных бутылок. Где у нас ходячий-то? Ага. Вон у нас ходячий. Как нам взять предмет этот? А, троечка, по-моему, да? Нет, не троечка, четверочка. Четверка это хавка. Как взять? Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Так, сейчас мы куда-нибудь туда метнем. Отлично. Лучше вот туда. О боже мой, они чуть нас не заметили. О, черт! Кажется, он нас видел. Давайте, давайте, давайте сваливать. Чертовы уроды, а. О, боже мой. Он нас увидел. Он нас увидел. Давайте. Только бы нам в спину сейчас не пришли. Убить тебя, убить. Фу. Сдохни. Сдохни. Ох, елки-палки. Так, прячемся. Прячемся, прячемся. Где наш сухой паёк? На четверочку. Как нам его использовать? Ху, да, неплохо. Сухим пайком мы можем вылечиться. Так. Ага. Если я убью этого ходячего, что будет? Да чтоб тебя, а? Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Yes. О, черт, они увидели меня, увидели, 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 надо сваливать. Надо сваливать. Ах ты долбанный ходячий, а. Ну хорошо, что он один нас только заметил. Так. Давай, тварь, давай. Давай, тварь. Ха-ха. А, увидел нас, увидел, увидел нас. А как тебе это? И вот так. Слушайте, отлично, отличные приемы мы делаем. Весьма-весьма неплохо. Так. И нам либо нужно отвлечь тех ходячих, которые вот здесь вот. Пока они нас не увидели, хорошо. Так, у нас есть бутылочка или что? Чем? Как мне их перебить-то? Там вон еще целая толпень. Ну, давайте. А что ты делаешь? Без него уехать, да, это было бы забавно. Ну, как нам их убить-то, я не знаю. Если я выстрелю, вот те ходячие придут за нами. Слушайте, а игра неплохая. Неплохая, нервишки-то она... Подергивает нервишки. Так, ну как мне это сделать-то? Я не знаю, бутылка здесь где-нибудь есть? Я все бутылки нафиг потратил. Ладно, перейдем к суровому наступлению. У нас, правда, мало очень патронов. Но... Черт, промазал. Ах ты, сволочь. Давай, 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 давай. Давай, давай. Все. Переключаемся на оружие ближнего боя. Ах ты, черт, да. Ходячие дальние еще идут за нами. На тебя, мразь. Ой-о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 й. На тебе, сволочь. Да чтоб вас всех, а? Так, эти ходячие пока отвязались немножко. Барбекю, барбекю, спаси нас. Да чтоб вас всех, а? Так, сухой паёчек, сухой паёчек, да, отлично. Хорошо, хорошо, что мы можем использовать сухой паёк. Да чтоб тебя, а! Так, побегаем немножечко, побегаем. На тебе, тварь, а! На тебе, тварь!
Да бежит за нами и бежит, а? Ой-ой-ой-ой-ой! Сдохни! Сдохни, я сказал! Сдохни! Да! Фух! 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 О, боже ты мой! А я думал, все закончилось. Нет, не все закончилось. Все закончилось, остались еще эти уроды. На тебе, тварь. На тебе, сволочь. Вот так, прекрасно. Так, если это, конечно, можно назвать прекрасно, потому что мы сейчас очень сильно... Not bad. Not bad. Not bad. Да. Постреляли мы не кисло. Всех перебили, хотя можно было, я не знаю, как пройти здесь поспокойнее, потому что без стрельбы заблокирован. Ну и что? Ну и что заблокировано? Что ты делаешь? Что я делаю? А что я делаю? А что нужно делать? А, нам туда нужно? А зачем? Ну ладно, в любом случае я тут все зачистил. Да? Все зачистил? Хорошо, хорошо. И что у нас здесь? И у нас здесь... А, еще бензин. Отлично. То есть я все зря делал, да? То есть я все делал зря, ага. Я все делал зря. Можно было, оказывается, просто взять бензин и спокойненько уехать. А я мучился. Ну ладно. Итоги задания. Джесс Коллинз входит в группу, двухдверный пикап обнаружен. Вещей найдено, неизвестно. Значит, ноль. Давайте дальше. Здесь вы можете выбрать свой следующий пункт назначения. Проселки повышают расход бензина, но упрощают поиск припасов. Шоссе экономит топливо, но лишают возможности искать припасы. Вот как. Понятно. Вечер. Ворота в горы. Последний шанс пополнить запасы для поднимающихся в горы, а также дом сплоченной общины Dreamway Groves. Причем тут дом, я не знаю. Шанс поломки средний, шанс найти припасы средний. Выберите путь. А, куда мы можем ехать? Видимо, мы здесь находимся. Ага, вот как. Вот у нас как. Так, низкий расход топлива и остановки исключительно по необходимости. Улицы, средний расход топлива с периодическими остановками. А, во, на шоссе у нас шанс поломки высокий, припасов нет. А на проселках высокий расход бензина с частыми остановками для поиска припасов. Давайте я выберу проселки и поедем. Not a damn thing. My phone ain't working either. Hey, about your dad? I don't know what to say about it. Then don't. Leave it be. And we gotta tell Merle what happened. Yeah, I suppose we do. But we ought to warn people first. What? Go to the cops? Please. We gotta go get Merle. Merle, he's... Well, he's just not right. What you say to me, old man? Merle's 10 times a man you are. All right, all right. Just seems you boys turn hay into shit when you're together. И да, мы хотим найти нашего брата Мерла. Того самого. На фотографии. Меню перемещения. Здесь вы можете управлять выжившими, переносить вещи в машину и выбрать предметы, которые хотите взять с собой. Хорошо. Что же мы возьмем с собой? Инвентарь. Управление вашим инвентарем. Так, инвентарь машины. В инвентаре машины хранится оружие, ресурсы и материалы. Их можно перемещать между личным инвентарем и инвентарем машины до перехода в новую зону. Ага, понятно. Итак, у нас предметы 5 из 18, зазубренная мачете, кукри, нож для выживания. Это что, все у нас есть? А, нет, вот что у нас, а вот что в машине. Понятно. У нас всего 10 предметов, в машине может поместиться до 18. Так, молоток, охотничий нож, инфо. Дальность замаха низкая, скорость замаха средняя. Молоток. Скорость замаха высокая, дальность замаха низкая. Так, ну... Да, нафига нам нож в итоге, спрашивается. И как нам его убрать? Переместить, бросить? А, от ножа избавиться нельзя. То есть с ножом мы все время ходим. Ну, ладно, хорошо, ходим так ходим.
Давайте что-нибудь возьмем. Инфо. Низкая, высокая. Урон низкий. Мачете. Высокий. Большая. Скорость низкая. Нож для выживания. Все низкое, кроме скорости замаха. Кукри. Урон средний, средний. А, все среднее, да. И зазубренная мачете. Средний, средний, средний. Давайте я возьму улучшенное мачете. Переместили мы его. Хорошо. А молоточек, наверное, тогда я уберу. Так. Ну, в принципе, ладно. Все мы здесь набрали. Итак, войти в локацию, перейти в локацию. Что тут еще есть? Лечить, вооружить отправившихся выживших на задание. Здесь вы можете лечить, вооружать и отправлять выживших искать ресурсы. У каждого выжившего есть характеристики, влияющие на риск группы. Снижайте риск, отправляя больше выживших и вооружая их. О как. Так, Джесс Коллинз. Состояние здоров. Качество нельзя отпустить. Крепкий. Что это значит, я пока не понимаю. Ну, кроме крепкого, конечно. Использованное оружие. Без оружия. Итак, что мы ему дадим? Мы ему дадим, ну, пусть будет кукри. Хорошее. Задание. Найти бензин, найти еду, найти патроны, остаться у машины. Итак, ну, хавку, наверное, найти лучше. Да, давайте отправим его искать хавку. Риск группы 25%. А что может быть? Он умрет, что ли, и все? Так, ну, он у нас единственный пока. Отлично. Инфо. Род занятий. Разнорабочий. Возраст 57. Биография. Джесс выполняет разнообразные поручения, иногда и незаконные, для своего старшего сводного брата Уилла Диксона. Джесс грубоват, но предан семье. Он хороший боец и опытный охотник. И походу мы Диксона-то прибили. То есть да, мы его брата убили. Я пока немного не догонял, кого мы убили. Но, как видите, да, мы убили его брата. Погано. Кстати, я заметил, что его же тоже укусили. Вот у него укус на руке. Почему на это не было никакой реакции? Не знаю. Итак, здесь больше ничего нету. И мы отправляемся в миссию. Джесс Коллинз, найти еду, войти в локацию. Все, хорошо. No driving through that. We're on foot from here. Ah, boy. Bet them psychos came here too. Yeah, maybe. Town circled their wagons, you see? Looks like a DMZ. If there's any gas, it'll be at Lucky's. Итак, нам нужно заняться вот этим вот городком. Хорошо. Давайте им и займемся. Так, ну вон там у нас уже есть. Первый у нас. Давайте оружие-то, конечно, я выберу другое. Как неудобно тут оружие выбирать, я вам скажу честно. Просто кошмар. Переключения оружия нет. О, боже мой, фонарик ты нам не зачем здесь. Фонарик нам здесь не нужен. Он живой? То есть, как он вообще говорит про зомби живой? Нет, понятно, что он не живой. Но все же мне было интересно узнать. Вот тоже, например, еще один лежит. Хрен поймешь. Чего он лежит? Чего отдыхает? Непонятно. Ну, что-то он тут разлегся. Ладно, давайте осматривать территорию. Что-то не особо, знаете, здесь есть чем заняться. Тут лежит какой-то. Вроде дохлый. Непонятно. Ага, магазин. Power's out. Магазин, это круто. Ну, свет-то мы включили, ладно. А где зомби? Где зомби? Где зомби? А, вот и зомби. Что-то он валяется. Видимо, готовенький. Что за баночки? Все время какие-то баночки, баночки, баночки. С краской, что ли, или что это вообще? С мороженкой. Просто я из американских фильмов знаю, что в таких баночках бывает мороженка. Но здесь что-то мороженки никакой нету. О, еще у нас напиточек спортивный. И мы можем выйти на задний двор. А это что, холодильная камера заблокирована? Или это не холодильная камера? Ага, вот и первая наша жертва. Вот и первая наша жертва. Кстати, очень классно, что можно убивать этих зомби вот таким вот быстрым ударом одиночным. Не только... Можем вылезти? Нет, не можем, понятно. Эй, не застревай! Не застревай, не хочу здесь застревать, фу. Хорошо.
Не только когда подкрадываемся сзади. Но еще у нас есть вариант обойти его просто и все. Да слышу я, вижу я. Давай, потолкуем, кто ты такой. Надеюсь, не убьешь нас. Not set up. Jimmy Blake, last standing officer of the Sedalia SO. Go for you. Cycles all over this place, too. The biters? Yeah, they're everywhere, man. Where have you been? Up in the hills, hunting. Didn't know nothing about them until they tore up our camp. Still don't. Uh-huh. Let me bring you up to speed. More of them come every day. We help each other survive, or we don't. That's it. Normal rules suspended for the foreseeable future. That applies to good guys and to, hunters. 10-4? Yeah, I get it. But who's we? The kid holed up in the gas station and the deputy in the cell block. He's interesting. I want to do one last radio check before bugging out, though. Then do it. The batteries went dead 2 days back. Can't find fresh ones. If you can, I'm happy to supply a little bird's eye coverage. I'm a hell of a shot. Batteries? Okay. I'll keep an eye out. I need gas, though. I think it's long gone, but the kid would know better than me. We'll talk when you finish the nickel tour. Говорим, когда закончишь собирать барахлишко. А есть тут барахлишко-то? Или ты тут... О, бедняга тут устроил себе навес. Ну да, зато тут безопасно. В принципе, сидишь себе спокойненько на крыше. Ни о чем не беспокоишься. Зомбаревичи все равно лазать не умеют по лестницам. Это хорошо. Так, ага, вот сюда можно еще пройти. И спуститься. Куда это мы спускаемся? А куда это мы спускаемся, а? О, подобрать коллекционный предмет. Ха-ха, забавно. Свинцовую трубу еще нашли. Так. Ты тут что у нас? А, ну, так я и знал. Сволочь. Ух, нифига. Нифига себе. Видали? Видали, куда башка улетела? Шикарно. Просто шикарно. Так. А, ну вот мы и разблокировали, собственно, эту дверь. Я вот что еще хотел посмотреть, что у нас вот здесь вот находится. О, тут же больно большой темный... Ой, не та кнопка. Большой темный зал. Ага, холодильная камера. Куда это ты собрался? А, сейчас этот еще встанет, да? Нет, не встал. Странно. Не все встают. Не все. Ах ты, сволочи, еще одни. Видно, что они мне на свет не реагируют. Ух ты, ну и рожа. На свет они не реагируют. Мы заходим сзади, светим фонариком на них. А они вообще ноль внимания, фунт презрения. Тут что у нас? А, бутылочка, хорошо. Бутылочки нам пригодятся. Отвлекать их. Надоело мне в этой темноте бродить. Если так большая часть игры будет происходить, то мне это совсем-совсем не устраивает. Отлично, еще один. Так, вроде мы почистили магазинчик. Да, неплохо так. О, о, ё-моё. Схватка. Прицельтесь в голову и нажмите левую кнопку мыши, чтобы убить ходячего с одного удара. Перед тем, как он вас схватит, вы можете его толкнуть и помешать атаковать вас. Ух ты, ёлки-палки. Вот оно, вот оно. Да что ж такое? А, вот, вот, господи. Я всю среднюю кнопку мыши нажимал. А надо левую. Откуда он взялся? Подкрался ко мне со спины? Что за... Я не знаю. Ладно, неважно. Откуда он там подкрался? Это уже не важно. Важно только, что за этой дверкой. А за этой дверкой у нас... Пока никого. А, ну это продолжение магазина. Ну вот, еще один. Ух ты, блин, офигенская, а? Офигенская кукри рубит просто, просто отлично. Да, ну и супероружие. Похоже, на это супероружие у нас здесь не просто так, оно из-за дополнения. Я не помню, как оно называется, но в этом дополнении, кроме оружия, еще можно и...
сражаться с волнами врагов и прочее. Какие-то есть такие вот дополнительные моменты. Так, ну давайте доходить до следующего чекпоинта. Здесь мы прокрадемся. Ух ты, вон там зомбари-то. Вон они там, вон они, вон. А, вот еще один. Тихонечко, тихонечко. Тихонечко, легонечко, хорошо. Проходим. Проходим здесь незаметно. Ой, как бы они издалека от нас не увидели. Кто там орет-то, я не понимаю. Опа. Внутри бензоколонки. Нас еще кто-то здесь поджидает. Ну, как нам зайти-то туда, а? Внутрь бензоколонки, там же зомби везде. Я даже не знаю. Ну, открой дверь-то, мы зайдем. Да. Так, ладно. Ну, я понял, внутри бензоколонки. Как я зайду-то туда, гений? А? На крышу мне, что ли, надо как-то залезть? Видимо, да. Видимо, придется залезать как-то на крышу. Но здесь не залезть. Не знаю, как туда забраться, честное слово. Эту штуку все равно не разрубить. Ну, вижу я тебя, и что? А, во, вот так? Something you want? Huh? I ain't standing out here playing bait all day. You got a car? You need gas, right? I can get you gas. I'm Warren. Daryl, it's a truck. What happened here? The eaters happened. Me and my dad holed up here with Uncle Lester. The town held them off okay, until we lost all the cops. All but Blake. Uncle Lester? Lucky Les? Yeah, the same. He and Dad went out to see who was left. I don't think they're coming back. But Uncle Lester has the key to the generator cage. And that's how we get the gas pumps running again. Right. You get the keys and crank the Jenny. I use my codes to turn on the pumps and we get out of here. Win-win. You're coming with me now? I'm not staying here, buddy. We got a deal? Ну да. Да, конечно, безусловно, договорились достать бензин для машины, найти дядю Уоррена на парковке. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я закончу прохождение первой части моей по The Walking Dead Survival Instinct. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.